А я уже точно знаю, что вкусно, потому что пока мы снимали, я уже попробовала кусочек. Отделяю белки от желтков. Белки оставляю пока в сторону. К желткам добавляю постепенно сахар и перемешиваю до однородной массы. Теперь добавляю топленое сливочное масло и хорошо перемешиваю. Теперь добавляю немного соли, ванильный сахар, разрыхлитель, цедру лимона и муку. Все точные пропорции, как всегда, вы найдете внизу под видео. Замешиваем тесто. Теперь делим тесто на две равные части, заворачиваем в пленку и отправляем в морозилку минут на 20-30. Форму для запекания положила пергаментную бумагу. Теперь одну половинку теста буду натирать на крупной терке, а вторая остается в морозилке. Выравниваю тесто по форме и отправляю в холодильник. Тесто в холодильнике взбиваем белки. Как только появляется легкая пенка, начинаю добавлять постепенно сахар. И взбиваю белки до стойких пиков. Теперь беру йогурт без вкусовых добавок и добавляю туда муку и немного взбиваю. Добавляю немного ванильного сахара и все хорошо перемешиваю. Теперь в йогурт буду добавлять небольшими частями взбитый белок и перемешивать. Масса должна получиться пышной и однородной. Теперь йогуртовую массу выкладываю на тесто ровным слоем. И натираю на терке второй кусочек теста. Отправляем его в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Ну что, настал самый вкусный момент. Давайте скорее попробуем, что же получилось. А я уже точно знаю, что вкусно, потому что пока мы снимали, я уже попробовала кусочек. Фантастически. Очень вкусно. Очередная вкусняшка на нашем канале. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь, потому что мы будем радовать вас самыми вкусными и простыми рецептами. Прошу к столу и приятного вам аппетита!